Добрый день, меня зовут Владимир. Мы приехали из славного города Оружейников, Тула, на выставку «Household Весна-2018». Мы привезли наш флагман, торговую марку «Домашний сундук», в которой представлены все основные группы товаров повседневного спроса. Также в портфеле компании есть суббренд «Горыныч», который позиционируется в сегменте жесткого эконома. А флагман «Домашний сундук» спозиционирован в сегменте средний минус, самом востребованном сегменте рынка. Одним из локомотивов нашего флагмана являются товары для барбекю. Например, все, начиная от опахал, которую мы производим в количестве более 100 тысяч единиц в месяц, и заканчивая такими товарами, как рожек, щепа для копчения. Вот, например, рожек, в котором содержится парафин и льняное масло. Данный рожек двухцветный, потому что парафин и льняное масло не смешиваются. Они раскладываются. Если смешать, вы увидите вот такой фокус. Этот фокус сделан для того, чтобы увеличить время горения жидкости для рожика при температуре 280 градусов. Наша компания уделяет повышенное внимание сертификации и стандартизации всех процессов. Мы контролируем входящее сырье по большинству параметров. Наша компания в данный момент специализируется на сетевых региональных клиентов. С нами работают огромное количество онных. Начиная от Приволжского федерального округа, одного из наших первых региональных рынков, и заканчивая Дальним Востоком, Мурманском, Ставрополем и Чечней. Региональная розница жива, несмотря на то, что нас пытаются в этом переубедить. Наша компания успешно начала экспортировать свои товары в близлежащие зарубежья, такие страны, как Казахстан, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения. Многочисленные выставки, в которых участвует наша компания, показывают интерес потребителя к нам и к нашим товарам. Наша компания, помимо производства собственных торговых марок, занимается производством частных торговых марок, СТМ региональных операторов, как сетевых, так и дистрибьюторов. Наша компания стремится не просто встать на полку, но и занять самые лучшие места и сделать так, чтобы наш товар продавался, чтобы он продавался сейчас, чтобы он продавался в будущем. Для этого мы проводим большое количество промо, начиная от примоток, желтых ценников, все то, что нужно потребителю и региональным, и федеральным сетям.